А где ключ-то? Ты уж снимаешь, что ли? Ой. Все. Это не надо в кадр. Всем привет на моем канале. Сейчас у нас раннее утро. Я сижу, пью чай с вкусными конфетками. А вот. Сейчас жду закипания чайника. Хочу наполнить термос. И сегодня мы с вами отправимся в деревню с проверкой. Надо. Сейчас. Ой, а где ключ-то? Упал, что ли? Ищи теперь. Вот же лежит. Где? Все. Сейчас надо будет снег почистить. О, собачка.
Нашла ключ. Сейчас будем заходить в дом. И здесь замок не открывается, что-то. Замерз. Вот здесь надо, наверное, или вот здесь. Все. Вон, смотри, сколько льда. Вон лед. Как должно быть, все в порядке. Мыши есть? Мыши. Мышу елку еще не поставили? Ой! Здесь вот такую мышеловку делали. Но никого там нет. Мышки нету. И еды тоже нету. Надо немножко тут подмести, порядок привести. Сейчас пойдем дома включим обогреватель, хоть немного погреемся, а то совсем замерз. Надо будет сейчас тут еще счетчик подключить. Ой, да будет свет. Сейчас возьмем этот обогреватель, включим. Хоть немножко согреемся. Смотри, как в пружину замерз. Туда поставим, пусть греется. Ну все. А сейчас пойдем на улицу чай пить из термоса с выпечкой. А что на улицу-то, здесь обогреватель? А мне там чай холодно. Вкуснее.
Очень вкуснее. На природу приехали. Чтобы снегу снег чистить. Я только ради этого и приехала, чтобы чай попить и дом проверить. И пирожки пожрать. Да. Боков-то нет совсем. Тут. Походу на улице пойдем. Тут потому что на природе чай вот такой вкусный. А, кстати, надо почту еще посмотреть. Квитанция. А, эту квитанцию я уже оплатила. Сейчас снег расчистим. Ну, приятного аппетита всем. Сначала чай попробую. Какой вкусный чай. Срочно все на природу, на мороз, с выпечкой, с сладким чаем. Приятного аппетита всем. Во! Ой, как хорошо чаю попить, полюбоваться природой, зимними пейзажами. А еще сходить на дальний огород и посмотреть на наши холмы. Ну все, сейчас электричество отключаем из дома сначала, а затем с улицы. Все, закрыли. Ну вот и все. Это короткое видео подходит к концу. Приехали, проверили. Все в порядке на участке и дома. Теперь душа спокойна. Попили чай на свежем воздухе. Ну а всем, кому понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И до новых встреч. Пока-пока.